И я открываю новый сериал «Куда уходит детство?». У всех оно разное. В коротких штанишках. Кто-то босоногий бежит по улице, обгоняя стадо коров и несется к реке. А кто-то... Ах, Арбат, мой Арбат! Но все когда-то были на песчаном пляже, ходили под ручку с дедушкой, как это делал я, и видел на берегу одиноко стоящую донку, на которой висел колокольчик, и звенел, звенел, звенел. Вот так и мы с дедом. Маленький ребеночек с дедом под ручку шел по Селигерскому пляжу и увидел эту донку. Колокольчик звенел. Я спросил у дедушки, что это? Так это, говорит, донка, закидушка, бывает на резинке. А что же, говорит, колокольчик звенит? Да там, говорит, рыба сидит. Сейчас, говорит, подожди, видишь, палатка, говорит, наверху. Я сейчас крикну, придут, вытащут. Дедушка закричал, эй, тут рыба! И вдруг из палатки расстегивается молния, и я вижу ангельское личико. Девчушка, маленькая, примерно моего возраста, может, чуть постарше, вылетела из палатки, и этот ангельский ребенок прибежал к донке и уверенными движениями вытащил огромного леща. Я сразу влюбился в эту чародейку, в эту донку, в этот колокольчик. И теперь, когда я брожу по селигерским пляжам и вижу одиноко стоящую донку, перед моими глазами стоит бегущая по пескам Ассоль, рыжеволосая фея. Пошел, друзья, за колокольчиком, еще за одним, а тут клюет вовсю. Какой потягун! Какой потягун! Как в детстве! Thank you.
была поклевочка. Ну не знаю. Очень легко. Чувствуется рыбка. Против солнца. Так, 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 ага, первые рывочки. Не пойму, то ли щука, то ли судак. Вообще не вижу. Так, рывки, 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 рывки. Рывки, рывки, рывки. Ну что ж, друзья, и как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. Ну что ж, друзья, у нас сегодня троллинг. И вот такой маленький судачочек. Ну что, будем брать? Будем брать. Будем брать. Слушайте, я не помню по судаку. По щуке 32. А сколько по судаку, я не помню. Напишите, друзья, в комментариях. Сбраконьерничал я или нет? Мне соседке надо отдать. А то она на меня косо смотрит. Представляете? Я у нее лодку ставлю. О какой! Вот точно соседки. Вот сбраконьерничал, не сбраконьерничал, но бабушке нужна рыбка. Бабушка любит судачка. Ну что ж, друзья, продолжаем дорожить. Какая-то индикация была, я вообще ничего не чувствую. Уж окушок, не знаю. Ну какая-то индикация была. Может, траву зацепил. Я сегодня уже дорожил. Вытащил, а там пучок травы. То есть воблер практически час не работал. Надо чаще проверять. Ничего не чувствую. Ни удара. Трава, вот, похоже, да, сверху там вот идет. Да, вроде бы по руслу иду. Так. Бандит! Была поклевка, друзья. Что-то не крупное. Только что до этого была поклевочка. Но сошло. Пока легко идет.
Похоже, судачок вниз. Да, друзья, это судак. Подкилишничек. Зацепился очень плохо, едва-едва. А вот он! А вот он! Вот какой красавец! Слушайте, этот больше, чем за килишник. Кило с лишним. Ну что ж. Смотрите, прям одним крючком за краешек. Вот, все, я его отцепил. Вот какой замечательный. Вот на такой воблер. Ну, великолепно. Кило с лишним, это точно. Еще один прекрасный день на Селигере. И сегодня у нас был троллинг. Дорожка. Рыбалка для ленивых, скажете вы. Как здорово на хорошем большом катере сесть за столик с прохладительными напитками, поставить спиннинги в стаканы, чтобы детишки смотрели за поклевками, и в один прекрасный момент дети закричат: «Клюет!» Вот это троллинг. Ну, у меня, конечно, не катер, лодочка маленькая, но все равно я так подумал, как я устал окучивать картошку, поливать огород. Ну, не хочу я гонять кружки, ну, не хочу я ловить на донки. Пойду-ка я сегодня отдохну. Но отдохнуть не получилось. Было 5 поклевок. 3 из них были холостыми. Спиннинг сгибался, и спиннинг разгибался тут же. Рыба не подсекалась. Но вот такого сначала маленького судачка, которого я обещал соседке, и вот такого чуть побольше, который тоже уйдет соседке. Смотрите, какой замечательный судак. Вот этот уже полтораха, это точно. Это точно полтораха, друзья. Это точно. Вот такие 2 попались. 2 попались. Шикарно, шикарно. Я считаю, что это отличный улов. Отличный. Я отдохнул. Я даже загорел. Как мне кажется. Ну вам, друзья, виднее, загорел я или нет. Я поплавал. И теперь
могу с удовольствием заняться домашними делами. А с вами, друзья, как всегда, был Селигер. Я Владимир Миробов и мой канал «Селигерский хуторок». До встречи, друзья, до встречи. До встречи на Селигере, на моем канале «Селигерский хуторок». И пусть вам повезет больше, чем мне.